Всем привет! Наш второй день выставки World Food подходит к концу, и сейчас у нас в гостях Владислав Кожевин, Siberian Trade Group. Владислав, скажите, пожалуйста, с каким продуктом вы прибыли на данную выставку? Мы занимаемся фасовкой меда и медовой продукции. На выставку приехали с новым продуктом. Медовые палочки называются. Это мед, который... Трубочки, которые наполнены медом. Их можно с собой брать куда угодно. Очень дети любят, и особенно приучать детей к меду очень полезно. И всегда с собой в путешествие, в дорогу, вот медовые палочки. Можно даже сказать, модная еда в дороге. Мед сокращенно. И полезная, самое главное. Владислав, а скажите, пожалуйста, какая ваша задача на данную выставку? Основная задача – найти дистрибьюторов и, вот получается, сети, кому было интересно сотрудничать. Мы в том числе под СТМ можем работать. И, соответственно, вот очень заинтересованы в Москве и ЦФО в целом рассматривать как с точки зрения дистрибуции. А как на данный момент вы реализуете вашу продукцию? На данный момент мы представлены в Новосибирской области. У нас есть региональная сеть, где мы уже находимся, фермер-центр. Соответственно, там наша продукция на приказовой зоне реализуется. Также вот можем этот опыт масштабировать на всю Россию и готовы. Надеюсь, у вас все получится. Спасибо.